Нас становится меньше. По предварительным итогам переписи 2010 население Саратова сократилось на 50 тысяч человек. Примерно столько же проживает во Фрунзенском районе. В масштабах области за 8 лет мы потеряли население Балакова. К сожалению, от переписи 2002 года область потеряла 146,5 тысяч человек. Это объясняется естественной убылью, как вы знаете, это превышение числа умерших над числом родившихся, даже на фоне постоянного миграционного прироста. Увеличилось количество городских жителей, соответственно, за счет сельских. Что касается соотношения мужчин и женщин, то количество представителей сильного пола стало меньше. И перефразировав известную песню, теперь на 10 девчонок по статистике 8,5 ребят. Вот сегодня, к сожалению, я вижу, что корень зла вот в этом. Многие ведут асоциальный образ жизни, нездоровый образ жизни, соответственно, они не могут произвести детей или производят их больных, нездоровых, потом их не воспитывают, отказываются от них. Многочисленные программы для демографического роста ситуации пока не меняют. Материнский капитал, помощь молодым семьям, развитие здравоохранения. Однако смертность по-прежнему превышает рождаемость. Как можно прожить на 5 тысяч там, или там 7 тысяч пенсии, 2,5-3 тысячи отдать за ту же за квартиру, а молодежь вообще говорит не о чем. Че, она только сейчас что? Только вот концы с концами. Детей боятся заводить. Мы вот тоже с мужем пока детей не заводим. Тоже хотим деньги зарабатывать, боимся. Почему? Я думаю, что экология все-таки виновата. По словам специалистов, социальные программы дадут результаты, но только к следующей переписи. А пока, занимая самую большую территорию в мире, Россия по численности уступает Китаю и Индии, чье население давно перевалило за миллиард, и США, где проживает более 300 миллионов человек. Динара Дусалиева, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.